С 1 января текущего года Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края выступает заказчиком целевого обучения для краевых государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Камчатского края, а также для хозяйственных субъектов, в уставном капитале которых есть доля Камчатского края. До 15 марта Министерство труда принимает заявки от данных организаций или от отраслевых органов исполнительной власти, которые курируют соответствующие направления экономики Камчатского края, на организацию в интересах этих организаций целевого обучения. Организации, которые подают заявки для организации для них целевого обучения, в дальнейшем будут гарантировать трудоустройство лиц, которые прошли это обучение. Так, по состоянию на 12 марта подали заявки 13 работодателей, общим количеством лиц, которые планируется к дальнейшему целевому обучению, 28 человек. И сегодня, 15 марта, последний день подачи заявок. Из числа тех работодателей, которые подали заявки, планируется обучение граждан по направлениям экология и природопользование, социально-культурная деятельность, музыкально-инструментальное искусство, эксплуатация воздушных судов, техническая эксплуатация летательных аппаратов. Также подали заявки работодатели по направлению ветеринария и по направлению обучения кадров педагогической направленности. Заявки от претендентов на обучение Министерство труда и развития кадрового потенциала будет принимать с 1 по 20 апреля. Полный перечень документов, которые должны предоставить претенденты, есть на странице Министерства труда на интернет-портале правительства Камчатского края в сети интернет.